С десяток мам, которые раньше просто приходили забирать занятия своих детей, теперь тоже танцуют. Чуть больше года назад в «Прогрессе» в детском ансамбле «Радуга» организовали группу для взрослых. Теперь мамы занимаются по методике. Есть, говорит хореограф, и балетный станок, и народно-сценический, вращение и многое другое. А ведь начиналось все с обычной шутки. Родители иногда стояли там в дверях, или на открытых уроках они заводились, мысленно вспоминали свои занятия в молодости. И кто-то скажет реплику: «А можно мы тоже встанем? А можно мы тоже с ними?» А вот и такие ха-ха-ха-ха. И год назад, в конце октября, мы все-таки организовали группу «Каблучок», назвали ее. Вот, и стали заниматься. Кстати, многие мамы когда-то тоже посещали «Радугу», так что танцевальный опыт у них есть. На занятия мамы приходят два раза в неделю, по средам и в выходной день, когда определяют сами. По признанию Анастасии Плужниковой, которая, кстати, выпускница «Радуги» 2000 года, на танцах получает огромный заряд энергии. Мы тоже приходим сюда вечерами, после трудового дня, после рабочего дня, и также получаем здесь удовольствие, танцуем от души. То есть танцы для души и тела. Сын Анастасии, Марк, который тоже танцует в ансамбле, даже иногда замечания маме делает. Ну, я говорю то, что иногда после концертов она... Я ей говорю то, что она носки иногда не тянет. Другие мамы тоже отмечают, мол, теперь совместных тем для разговоров с детьми стало еще больше. Все же общее хобби сближает. То есть приходит всегда: «Мама, вот как вы вот это делали, мы на станке, ну там вот, мы вот так делаем, а вы сейчас как?» То есть, ну, обсуждаем, да, у нас есть такие мини-педсоветы дома. И ведь действительно, мамы и дети теперь не только обсуждают дома танцевальные па, но и вместе выходят на танцпол. В каблучке еще раз доказывают: было бы желание, а возможность для реализации всегда можно найти. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.